Алло, так, народ, это немножко будет не по теме, но все равно. Когда-то очень давно я показывал про эту игру. Яндекс игра, она бесплатная, в свободном пользовании, любой может в нее зайти поиграть. Называется Соединенное Королевство. Решил забежать в нее, с учетом того, что здесь вышло небольшое обновление в игре. Хотя буквально сегодня днем его не было. Поясню, что за обновление. Переделали они не особо много, но очень эффективно, кстати. Очень хорошее обновление, которое очень сильно поможет в развитии. Вот скажем, чтобы накопить вот эту силу в 12 тысяч, в день, ну, там 12,5 и в 11 тысяч. Вот при помощи вот этих маленьких юнитов. Они, короче, обновили. Обновили юниты, обновили денежку и обновили кристаллы. Я уже добыл максимальный уровень денежки, кристаллов. Немного поменяли цвет вот этих мешков. Они были синие, а теперь они красные. Ну, короче, суть не в этом. Денежку-то они поменяли. Вот. Как было до обновления? Было. Оруженосец, воин, поборник, варлист, рыцарь и паладин. Назывался он паладином. Теперь между поборником и варлистом добавили паладина, который был вот здесь вот. Паладина переименовали в королевского кавалериста и добавили королевского рыцаря, у которого максимальный уровень 10, ну, почти 11 тысяч. Вот я его сейчас буду колупашить. Печально в том, что я до этого потратил, ну, почти 8 штук королевских кавалеристов, но они же паладины были. Вот. Потом они изменили все монеты, как они выглядят. Ну, можно сказать, чуточку лучше. Вот монеты были примерно до вот до сюда были. Ну, и назывались они немножко, ну, как назывались, я не помню. Но красная монета была последней. И она давала 810. Они добавили 4 еще вида монет. Багровая монета дает 65700 золота. У меня такая одна штучка. Это уже прогресс. И перелопатили рубины. Был рубиновый ящик максимальный, и вот эти два переделали. Ну, у них была подушка синяя, или, да, была синяя подушка и синий мешок. Момент.
Я извиняюсь. Разговор с бабушкой. Это очень серьезный разговор. Его нельзя отклонять. Так. А на чем я остановился, не помню. А, ну про ящики, ладно, я говорил. Так. Короче, я тут что-то делал. А, господи. Я возвожу вот это здание. А, слушайте, они дома некоторые поменяли. Я только сейчас заметил. Ну-ка, подожди-ка. Эти не изменились. Не изменились. Не изменились. Изменились. Не изменились. Вот. Вот эти дома изменились. Они были... Они, короче, были все одного цвета. Вот как появляется краска, они были фиолетовые. Фиолетовые, 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 фиолетовые. А здесь даже немножко конструкция поменялась у этих двух зданий. А теперь тут зелененький, желтенький, оранжевенький. Вот они бы еще бы название поменяли. Было бы вообще прекрасно. А лаву и А, ну да, хотел сказать, а песок мне еще тоже далеко. А песок у меня есть. Мне главное нравится. Я перескочил лавовый этот пункт. Потому что там тоже какое-то обновление вышло, и открылся вот этот участок земли. Я такой, о, мне хватает. И быньк, и она открылась. Так, сколько тут его еще ждать? О, деревья созрели. Мне хорошо, у меня 5 деревьев. Это очень много, это очень хорошо. Так, блин, вот когда переделывают вот эти текстуры всяких монет, всего прочего, так становится немножко неудобно играть. По ощущениям, прям новая игра. Но. Игра-то хоть и не новая. Я сейчас реально колупаю вот этих чудиков, которых я настроил. Я думаю, мне хватит. Сколько у меня их тут? 3, 6, 9, 10 чудиков. Плюс еще сундуки от них. 15 сундуков. Я думаю, мне хватит. Чтобы возвести еще один... Что тут еще? Тупый. Пока до него докрутишь. Мне надо возвести еще один ледяной обитель. Ну, можно два. Потому что здесь еще есть задание на постройку. Мне вот надо цветочек. Цветочек и деревце. Я не против. А играть начинаешь вот примерно вот в этой локации, вот в этой, да, вот в этой локации, где открыто вот, ну вот раз, два, три, четыре, там, пять, шесть, семь, восемь, девять, по-моему, 10 кубиков, которые открыты. А, идешь сюда, открывается вот эта зона, ее полностью исследуешь, потом идет сюда зона, ее исследуешь. Если что, вот эти маленькие островки, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот кусочек и вот этот кусочек, это за бриллиантики. Ну, можно их реально накопить. Или можно ускорить процесс, типа, купить. Вот по типу таких вот еще есть наборы, но они вообще бесполезны, если честно. В этих наборах полная хрень. Ой. Ну, короче, вот ты... Вот эта валюта яндовская. Это вот количество рублей. Вот за 2600 ты получаешь только 500 силы. Это очень мало. Я быстрее так накоплю все. Ой, ладно. Жал так уж, жал. Только знаете, в чем прикол? То, что даже и все тут у меня открыто, у меня так мало места. Вы даже не представляете. Мне не хватает места. С учетом того, что я пытаюсь раскрыть территорию побольше, мне это ни хрена не помогает. Мне только, как говорится, все меньше, меньше, меньше места. Потому что, блин, вот как вы думаете, вот много места, блядь, можно при помощи вот... Чтобы раздербанить вот этих 10 чудиков, я еще и накопил энергии, и хера.
У меня всего 121 энергия максимум, что может накопиться там за определенное время. А я накопил 7300 тысяч энергии. Знаете, сколько... О, ебать, все, у меня переполнен. Сколько надо заходить дней подряд, ничего не строить. Ну, строить можно. Ой. Но не тратить энергию. Ага, я случайно, бля, как вот эта система тупая. Чуть-чуть не довелся в квадрат. Все, он соединяет и портит всю систему. Мне это так, знаете, не нравится, просто караул. Так, я так понимаю, что у меня очень дохуя брукетиков вот этих, их можно уже соединить. Ой, соединим. Вот оно вот так вот соединяется, уровень повышается. У меня какой? 24-й. Если честно, поднять левел здесь, ну, с 1 по 5 левел, наверное, просто. Хотя я бы не сказал, что там это просто. Пизжу. Пизжу, как дышу. Блять, вот кустарник. Куда мне кустарник девать? Мне место нихуя. Реально. У меня вообще вот эта зона предназначалась как для растений. Но у меня нету, блять, места. У меня уже все. У меня это тут паника какая-то происходит, когда заходит речь о каком-то строительстве. Это просто капзда. Так. Давайте-ка я буду соединять, пожалуй, вот эти брускеты уже. Да, здесь идет количество, типа, если ты соединяешь 3 таких брускета, ты получаешь одно здание. Но если ты соединяешь 5, ты получаешь 2 здания. 9 таких, ты получаешь 4. Ну, короче, такая система. Интересные натуры. Очень интересно. Не знаю, когда выйдет это видео, но я его, пожалуй, приберегу. Бля, ну давай ты шустрее. Я делаю это без камеры, как вы могли бы заметить, потому что я прям, блядь, после работы я в себя все снял. Я понял, что у меня нихуя горячей воды нету. Твари отключили ее. Ладно, это... Говорится, это нормальная процедура. Говорится, газ есть, значит, можно жить. Так, и мне, чтобы еще вот эту территорию открыть, мне надо собирать вот эти гребаные перья. А чтобы их собрать, мне нужен вот этот гребаный крифон, мафон, кто он, блядь, золотой сокол, это сокол. Вот мне вот таких вот еще 2 сокола собрать. Я получу охотницу, которая откроет якобы мне вот эту зону, за которой я тоже должен буду отдать силу. Я уже что-то подрасчитал, что я сначала открою песчаный остров, а потом уже буду делать плаву. Потому что, ну, хотя, знаете, так тоже подумать, ну, открою, будет больше территории. Ну, бля, больше. А больше она мне зачем? Я сейчас вот эту построю хуйню, я заебался ее строить. Так. Давайте-ка мы еще вот как раз... Знаете, в чем самая главная проблема? Проблема во времени. Время тут это, блин, просто съедает капитально. Что тут? Куда тут? А, ну да. Вот я могу создать домик. А мне вот рабочих не хватает. Самое главное не нажать на эту хрень. Вот, блядь, с них падает что угодно. Ну, как бы говорится, типа, оно вот упало. Делай с этим что хочешь. Ну, тут просто рандомные вещи. А вещи мне сейчас пиздец как нужны. Да, по поводу того, что я вот так вот могу спокойно... Ладно, получить. Спокойно могу вот так вот тратить ресурсы на чуваков. Вот, пожалуйста, количество всех моих набранных ресурсов. Больше всего здесь страдают бананы и клубника. Потому что, как вы видите, по остальным ресурсам мне просто дохуя. Потому что остальные ресурсы нихуя не используются.
почему-то. Так, домик. Копилку построил. Я есть построил копилку. Кстати, если что, песчаные дома вот эти получать надо вот из этого булыжника. Но максимум я еще могу вот из этих сундуков выжить. Так, у меня вот что-то очень много грязи. Ну, в хорошем смысле грязи. Я поначалу думал, когда вообще начинаешь играть, ты вообще не понимаешь, зачем тебе это надо. А потом, когда ты начинаешь все тут делать, ты понимаешь, что вот эта монетка, которую ты можешь нажать один разок, обеспечит тебя капитально просто. Для этого надо не нажимать на них, а собирать количество. Вот сейчас я соберу золотые монетки. О, круто. 5 штучек мало, да, но... Я теперь знаю, сколько надо монет собирать золотых, чтобы получить вот эту поеботину, блять. Это пиздец. А я еще сначала собрал... Ну... Я начал собирать сундуки, там 1-2 уровень, думаю, о, круто. Монетку собрал 1-2. Пошел в книгу, смотрю, там еще 2 левела. Такой, да ладно, и мне хватило. Мне реально хватило монетки. Так, давай сюды. Давай сюды. Ну вот смотрите, тут, вот из этой кучки у меня выйдет домов. Да, они еще любят подарить какой-нибудь домик. Ну, какие-то дарят, какие-то ты покупаешь. Вот, в принципе, дома можно уже перебрасывать. Вы просто понимаете, вот эту вот систему, блядь, туда перебрось, сюда перебрось. Реально нету места. Потому что я аж понимаю, что вот на эту территорию влезет определенное количество чего-либо. До посинения я это делать не могу. Но! Раньше я делал немножечко проще... Когда у меня было вот здесь свободно. Нет. Вот. У меня заполнялась вот эта вся территория в этих домиках. Вот эта территория и та верхняя. Это было тоже мало. Потому что реально не хватает места. Ну вот. Самое главное, что их можно... Вот их можно вот так вот кидать сюда. Ну, не так, конечно, вот так вот. Потому что они не построенные дома, они не соединяются. Типа пока я его не построил, он не соединится. Вот такие дома соединять опасно. Но понимаете, что вот все дома, которые тут есть, они все по 40 секунд. Это 10 секунд построить. Вот я вот так вот нажимаю, и вот мне просто всякая хрень выпадает. Ну, перо это хорошо. Перо это отлично. Вот у меня кристаллы выпадают. Мне вот эти баночки сраные выпадают. Они мне вот сейчас нахер не нужны. У меня дохуя мусора падает. Блядь, растения. Мне некуда девать. Это все некуда, люди. Какие хотят люди? Ну, что, я вот кристаллы могу соединить, да? Да, соединил. Получил один несчастный дом. Шестеренкин. А, вот у меня еще эти. Хрени. Окей, а вот тут еще одна есть. Господи. Бревно. Мне дали еще бревно. Круто. Бамбуковую палочку мне дали целых аж две штуки. А, не две, четыре штуки. Мы соединим. И заполним. Далее. Далее я буду послан нахуй. Мне реально надо... Вот тут надо освобождать место просто максимально эффективно. Шестеренки. Шестеренок я больше не вижу. Хотя они... А, они больше не выпадут. Короче, последнее сбивание с места. Короче, смотрите, чтобы мне вот сейчас не замуракиваться по поводу переноса в ту сторону... Я просто отсюда две
Перекину. Не, монетки есть все равно две. Короче, но мне вот эта хуйня позволяет соединить два. Но только два предмета. Ну, два, четыре и так далее, чтобы было больше. Серебряных монет у меня нет. Соединяем. Делаем золотые. Вот еще две золотые монеты. Две золотые монеты. Одна серебряная. И одна бронзовая. Все. С этим разобрались. Я на кубик. Ну, кубик у меня есть. А я могу. Это могу целое здание сделать. А, я сейчас не могу. Ладно. Сейчас у меня пока рабочих нет. Могу сделать вот так. Вот так. Я могу сделать вот так. Прикинуть это сюда. Это сюда. Будем делать вот так, вот так. Я кое-как освобождаю место. Хотя это и не очень-то и много. Чтобы сделать вот так. Растений я больше не вижу. Но если что, освободим потом место. Вообще мне вот эти сумки надо бы открывать. Но я не хочу пока что их открывать. Вот что выпало вообще? Почти ничего не выпало. А, еще тут есть. Извиняюсь. Туда ничего. Так, ладно, давайте шестеренки. Ой, ёпь, шестеренки больше не выпадут. У меня есть целый дом. Маленький такой. Вот дом. Так, бамбук сюда. Шестеренки там. Ну, вот я могу создать еще какое-то количество домов. Вот, пожалуйста. Но я уже понимаю, что мне уже не лезет. Хотя нет. Это влезет. Всё. Всё остальное... Всё остальное... Я буду получать вот отсюда. И ресурсы. Вот и сундуков. Я их сейчас подготовлю. Потому что вот этого мне не хватит, чтобы сделать хотя бы даже один дом. Это охренеть как много надо. Да теперь и создадим. Перо мне не дарят. Вот видите, как долго все. Вот мне надо два пера соединить, чтобы получить яйцо. Из-за яйца я получаю маленького там, цыпленка. Из цыпленка получаю там, белого сокола, потом такого сокола. А после вот этого сокола я получаю вот этого сокола. По-моему. А, тут ты. Это я сначала хохла. Сначала вот этого получаю. Потом просто сокола получаю. А я думал, белый просто был сначала. Мне кажется, убрали один пункт. Потому что перед птенцом был белый сокол. Потом вот хохлатый, потом зимний, а потом вот золотой. Вот они белого сокола поделали. Суки. Ну ладно. Сюки-то они сюки, и в Африке сюки. Ну как-то так. Ну вот, короче, вот такая у меня тут сейчас веселуха. Копить воинов, соединять их, получать элитного вака. Желательно 4 штуки сразу. Это в лучшей ситуации, чтобы получать по 11 тысяч силы. 4 чувака, это 45 там будет примерно тысяч. Это сразу две локации плюс еще вот эти, наверное, потому что вот эти локации дороже, чем вот эти будут. Я же перепрыгнул. Ой, а почему, бля, а это что-то, бля, я не видел, оно появилось прям недавно, блять. Как говорится, игра что, обновляется, пока я тут играю? Не было же этих строений. Стоять. Это новый, блять, терракота. Эпа. Вот реально не было же. Я ж крутил до этого, не было ничего, бля, ебать. И короче, игра функционирует просто в немыслимом соотношении. Пока мы тут балакали, полчасть. Блядь, что нажал. Вот мне не нравится, когда есть вот эти рабы.
и случайно можно нажать не туда, куда надо. Вот мне надо нажать отправить, а ты нажимаешь на нижнюю, на помощника, и, блядь, тратишь волшебную минуту. Потому что здание тут строится по 8-12 часов реального времени. А эти чудики, даже две вот, вот мне, две с половиной, этот 44-20 сможет. Вот. Они мне сократят на 2 часа 44 минуты. Это очень много. Потому что сколько вот на это здание строить я буду, я не знаю. Каждый дом, каждый уровень дома строится дольше. Здесь сначала, ну, 40 минут. Минута, 40 секунд. Минута. Потом 5 минут. Час, 2, 4. 6, 8 и 12. Вот так вот оно идет. Часов. А чтобы это еще сделать, это охренеешь. Ну, короче, пока, в принципе, думаю, можно на этом и остановиться. Потому что я... А, да. Я их доубираю, и, в принципе, на этом пока все. Если что-то новенькое у меня еще появится, я вам обязательно расскажу. И... Давайте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.